бы мы вам хотели сказать. Другие были выставки, да? Качество было не то. Здесь качество другое, красивое. Придите и посмотрите сами, потому что здесь работает тот самый лучший специалист, который вам предлагает лучшее индийское искусство для вашего дома. Вот так-то все и началось. Магнитогорцы любят Индию. И к нам другие перцы, которые решили заработать на нашей любви, приезжали с другой мерзкой девчиной. То есть, я вам говорю, быстрее и круче от ТВ, естественно. Она им говорит: дайте мне денег, а я все устрою. Да никогда денег я тебе не дам, козявка. Обращусь лучше на ТВ и покажу изумительную Индию в гостином дворе со входа с Урала и сразу направо. То есть, что я вам показал этим летом? То, что я умею одеваться и не в России. Первоначально я вам показал Египет. Затем я вам показал, ну и сейчас я вам демонстрирую то, что я купил где? Естественно, в Индии. Что на моей голове? На моей голове то, что я купил на Кубе. То есть, давайте все-таки определимся. Где люди работают круче, чем мы? Ну вот в этих странах действительности. То же самое здесь. Причем, обратите внимание, как все это выполнено. Да супер! Такого еще нигде не было. Теперь почему круче? Да потому что мы знаем результат. Наша Индия была с нами веки вечные. Куда ездили индийцы? К нам. Здесь они учились. И я уже не понаслышке знаю Индию, мягко говоря, в лицо. А моей супруге уже 22 года знакомства, и она лучший специалист по индийским танцам. Кроме всего прочего, не только в лицо я ее знаю, я и был там неоднократно. Поэтому то, что здесь изумительного качества. Зайдите, пообщайтесь, и может быть что-то сможете для себя купить. Так вот, где все это дело находится? Прямо за моей спиной. Гостиный двор. Чтобы это было легко для вас найти, заходите прямо и направо. И то самое место, тот самая Индия, которая дарует все. И она работает только для вас.